Друзья, перед началом ролика я бы хотел вам напомнить о своей группе в ВК. Сейчас там будет работать мем-мастер, который будет вас стабильно радовать увеселительным контентом. Кроме того, там вы найдете много чего интересного, включая все публикации на канале, всевозможные розыгрыши, конкурсы, ну и другую полезную информацию. Ссылочку я оставлю в описании. Ну а сейчас, друзья, садитесь поудобней, берите чай, печенье и желаю всем приятного просмотра. Слушай, я хочу побрить его, попробовать. А, вода! Я хочу в него врезаться, подожди, хочу в него врезаться. Я сейчас тоже так сильно. Прям в задницу. Серьёзно? Ты же откинулся. Какие же ты сука, а? Ромео и Джульетта прям какие-то на берегу. Спасибо. Колесики. Посмотри на улыбку слона. У меня моторик. Нет, ты просто посмотри, с какой блаженной улыбкой он погиб. Да, ему понравилось, сука. По кому выстрелить? По этим. Пускай они очнутся. Бля, что? Что произошло? Я на убил, второй сел за руль. Откинул этого наружу. Подожди, подожди. Он так себе водитель. И тут же упал тоже. Давай. О! Поехали. А все в порядке, слушай. А ты пометил на карте место, куда? Нет, 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 чё, подожди, подожди, подожди. Давай, подожди, я. Волк. Что? Что происходит? Сука! Сука! Ты посмотри, где я вышел! Ты посмотри! Она загорелась! Смотри, где я вышел, я прям вот тут, я успел спрыгнуть. Она взорвалась, посмотри. Везучий писюн просто, просто везучий писюн. Я прям чувствую вот эту всю хуйню. Прям на самом краю, а? Да, мне есть лук. Ну и а где он? Я его слышу. А, вот клетка. Вот клетка под крышей этой. Да. Давай. Пожалуйста. Посмотрим, сколько... А чё он на меня смотрит? Он дебил, что ли? Нет, он серьезно? Ну нет, он Подожди, подожди. А знаешь, он серьезно? Знаешь, в чем прикол? Не знаю! Меня сожрали, сука! Еще монет. Игорь, лови. Еще монет. А вот и выход. Как вам дабл свет? Вообще очень годно. Очень. А у вас тут мистер. Вот это расстрел! Пожалел, что подошел. Я хочу сейчас страйк сделать. Там полошарный сбежать называется. Подожди, подожди, подожди. Да мне что? Что за... Все, ладно, все. Я хочу сейчас ловушкой. Вы где? Я нет? На крыше. Где? Я вас не вижу. Выше, выше. Взор свой подними слева. Алло? Блять! Интересно, а вот человек, который только подошел к этому мечу и написано «удерживайте, чтобы достать», он, наверное, не заметил, что полоска меняется. Кирилл, ты садишься не туда. Аркаш. Да. Хочешь, я тебе бомбу под ноги вкину? А я взорвусь? Подожди, не надо, уже почти закончилось. Сейчас проверим. Уже почти кончилось. Стой, там миллиметр остался. О, бомба. В смысле, подожди, там реально миллиметр, там реально... Я тоже по текстурами. Чё за пиздец? Под какими текстурами? А, я под текстурами? Аркаш, ты рядом со мной падаешь, да? Я не падаю, я... Подожди, что происходит? Нет, нет, я стою рядом с хаммерами, а на ней статуи зомби. Ребят, чего? Кирилл падает. Кирилл падает. Кирилл, да, я постоянно по кругу, знаешь? Я просто падаю. День сурка, день сурка. Он попал в ад, нет, это ад. И она не ед, она прекращается и начинается заново. А, вот, я над вами, я над вами. Каждый раз падает снова и снова. Кирилл, на ближайшие 5 лет для тебя занятие будет такое себе по интересности. Бля, у нее такой укуренный вид, будто бы она смотрит сквозь меня. Она прям смотрит на стену сквозь меня. Она курит пальцы! Они сместились все в одно место. И... Марин, я не могу удержаться. Они все в одном месте, прям в одном месте. Я прям закидываю их всем. Ну, здоровяк подкрепление вызывает. А, нет, нет. Я разберусь с ним. Он зашел в это здание. Настя разобрался, конечно. На крыше валяется мертвый. Помнишь, в Dying Light ты меня наебал и прыгнул с крыши на балкон? Типа ты, а, я сейчас прыгну, да? Пацаны, смотрите на меня внимательно.
Не надо. Смотрите? Не надо. Да-да-да, смотри, какой хитрый, сука, ублюдок. Смотри. А я тебя не наебал. Зацепился? Нет, стой, не зацепился, нет. А, блядь, я возвращаюсь, чувак. Не опускайся низко, вот, все, зацепился. Сегодня меня в дерьмо ебал! Сука, как ты выжил, блин! Как ты выжил уже, скажи! Слушай, знаешь, что хочу сделать? Кинул кусок мяса. О, тигр! А, сука, ты же сейчас зверь прибежит! Не стреляй! Объехала! Ты видел? Она сбила! План не удался. Сука. Враг. Вышел. А вот тут требуется небольшое объяснение. Дело в том, что играя в Forest, каждый из нас построил свой дом. Но Кирюха отнесся к этому очень серьезно и построил целую крепость. И вот когда он отошел построить себе еще и дачу, мы решили, что хотим немножко привнести свой вклад в его великолепную постройку, так сказать, немножко поучаствовать в создании экстерьера. Ну и, собственно, вот что вышло. От твоих движений. А, не умерло. Вот теперь умерло. Я понял одно, я люблю... Долбаный черепахи. А где вход здесь? Уже везде. Здоров, Яндус. Я тебе вход сделал? Вы серьезно? Ты серьезно, блядь? Смотри на реакцию. Ты, блядь, серьезно? Смотри. Они разъебали мой замок. Это пиздец. Это стол. Это стол. Это расширение территории. Охуеть. Заебись. Кирюх, это дизайнерское решение. Полтора часа, блядь, строил его нахуй. Чего на меня смотрите, а? Понимаешь, что ты наделал? Кирюх, нахуй тебе эта лестница везла? Она там все равно уже не нужна. Пиздец. Я на разлетать. Кирюх. Все норм, я сохранился перед тем, как ты пошел сюда. Мы сейчас закрутимся и все восстановится. Сука. Оно того стоило, эта реакция бесценна. Друзья, всем огромное спасибо, что досмотрели ролик до конца. В этом ролике не будет ответов на вопросы, будет в следующем. Я буду делать это через раз, потому что так просто хочу. Еще раз всем большое спасибо и до скорых встреч.